Нет, при чем здесь нацизм и наши события, которые были в январе, они вообще... Мы параллель проводим. Какую параллель проводите? Между нацизмом и шовинизмом. Вот смотрите, вы сейчас этот... Вы же россиянин, нет, гражданин России же, да? Естественно. Вот у вас есть коренные народы в Российской Федерации, которым запрещают... Не надо вот это, коренные, у нас многонациональный народ России. Не надо. Ну, коренные, многонациональный, а вот смотрите, почему запрещено говорить на родном языке многим коренным народам? Это кто тебе такую глупость сказал? Ну, потому что закрываются школы. Например, у вас живут казахи в России, 1,5 миллиона человек, но нету ни одной казахской школы. Скажи, это нацизм или что это? Скажи, пожалуйста, казахи, 1,5 миллиона живут. Они живут как? Обособленно в одной где-то группе или по всей России? Есть исконно казахские земли, Оренбургская область, Омск, Томск, там они населены. Это кто тебе такой сказал, что это исконно казахские земли? Надо историю изучать. Вот я и говорю. Оренбург была столицей Казахстана. Когда? Ну, историю изучайте, вы же не знаете. Вот я говорю, ты вот слышал звон, а не знаешь, где он, почему? Ну, ты докажи обратное, что она не была столицей Казахстана. А что мне доказывать? Дураку нечего доказывать, он дурак и так. Дурак это ты дурак.